Кто это у нас? Саня? Это же Саня. Саня, я не успеваю, короче, к 6. Электричка вроде приезжает. 33 минуты. То есть уже можно выйти. Да, вот, приезжает в 33 минуты. Я вроде пока выхожу. Пока через толпу все это приберешься. Притом выходишь один из первых. Людей не так много. Как-то проблемно. Вот. Пока поднимешься, выйдешь в город. Этот Волоколамский мост-перекресток. Вроде проскакиваешь, вроде идешь. Ну да, видимо, чтобы без напрягов, надо в 10 минут начинать. Ну или чтобы красиво, 18-15. Ну можно еще красивее, 18-18. Чтоб прям вообще кайфец был. Короче, фильм, который я посмотрел, такой, который на один раз, про путешествие во время, называется 2067. Петля времени. Реально, фильмец на один раз. Не больше. Я даже пишу криво. 18-15? Ну, это типа четверть часа. Типа одна четвертинка. Поэтому. На раз. Чё тут? Какие-то акции, скидки. Нёх, скидка на Star Wars в Jedi Fallen Order. Какой-то там скидка. Какой-то Дроган доступен. Destiny 2 Beyond Light. Сколько? 1500 дополнения стоит? Они упоролись, что ли, совсем? Не игра целая, а дополнение к игре. Planetfall и какая-то анимешная дичь. Четыре тинка. Ха-ха-ха. Ладно, пойдем продолжать наши страдания, приключения. Ну иди ложись. Иди ложись, отдыхай. Время хорошо. И проводяй. Не, ну а чё, правильно? Да, конечно, отдыхай. Какие проблемы? Continue. Are you continue? Yes, I am continue. Смотрю, да, лежу, да, готово. Very good. Все хочу как-то начать с вебкой стримить. И все как-то не могу решиться. Без вебки как-то спокойнее. О, тетка. We have city to burn. Свепка. Да хватит меня трясти уже. You scared me. I thought that you were... Let's get inside until the rain stops. Your clothes are soaked. Блин, ее реплика прям слеплена одна за другой. Как-то нелепо. Да, трясет вообще. Может, она что другое сделала? How's your search going? How's my search going? My search going well. My getting killed twice. Is it really your daughter you're trying to find here? I told you. Look, calm down. Find your story a little odd. If it was my daughter, the police would be searching for her everywhere. Yet here you are. Alone in the woods. How do you even know she's still here? Мобильное устройство. У меня есть трекинг.
Я верю. Мне это достаточно. Сегодня, что я внутрь нее сейчас зашел. Someone up there tried to burn me alive, but I managed to save this. It's hers. I'm not telling her where I found it. So, she was actually here. Let's read it. Maybe we can find some clues. That is, if you're okay reading her private thoughts, you might not like what you find. At this point, I don't have other options. Wow, что с буквами? Мужик, ты упорот. What the hell? What's wrong? She's actually a pretty good artist. But the floating symbols. It's gibberish. What symbols? All I see are pretty pictures. Are you telling me you don't see them? It's because you're exhausted. Короче, мужик, головы поехал. I recognize some of these places. This wooden totem's near the chapel. Ну, я тоже помню его. The chapel and walk towards the rope bridge. We'll split up. You go and look around that wooden bridge, and I'll explore some other places. Да, мужику вообще нехорошо. Listening to me. Sorry, I must still be half gone. Well, I was just saying that you can find the wooden totem if you return to the chapel. I'm pretty sure that's the place. Maybe you can find something about Stella there. Там, короче, прямо, если посмотреть сейчас прямо, за ней в окне отражение, по идее, наше. Но там, по сути, та же сцена, что мы сейчас видим. То есть, там не отражение. Там просто продублировано то, что рядом с нами происходит, с персонажами. Это так тупо. Если будет возможность, приглядись. It was lying on the ground nearby. I figured it might be yours since I haven't met anyone else today. Be glad the spiders didn't get it first. О, видно, anyway, видно. The rain stopped. I better get moving if I'm gonna find anything before it gets dark. Когда пытаешься в отражение, но ты не умеешь в отражение. Кукуха кукухнулась, да? Вообще кукухнулась напрочь. Talk to you later, Daniel. Talk to you later, Daniel. Короче, они не отразили модели персонажей в стекле, чтобы они выглядели как отражение. Отражение. Так, you have found Stella's diary. You can access it via your inventory window or pressing J. In the journal tab, you can switch between yours and Stella's journal. Yes, understand. Видел, как Алиса, да? Так. Он блокирован странными символами, которые, может быть, типа, открыто решено через выполнение каких-то действий в мире. Окей. Okay. I understand. Окей. Okay. What is this? My diary. 10-й год. 10-й год был ужасен. Я помню его. Я тоже был в своего рода лагере. На целый год уехал. Так, что здесь? Ну, 11-й год. Тут можно полистать. Смотри, что происходит вообще. Я почитал, но я не буду читать. Я в лагере. Папа всегда говорит об этом. It's kind of creepy and my leg hurts. Типа, это жутко, и моя нога болит. Но папа дал мне этот журнал, чтобы писать в нем. Я реально люблю это. Я надеюсь, я не лягу спать. Что? Не буду ли спать в палатке? Это реально, типа, страшно. Такая лиса. Вонючие носки и лиса. Так, тут дофига всего интересного. Почему-то июль 61-го, что? Не, июль 6-го. Почему-то подчеркнут. Какой-то воришка что-то угнал у них. А вот этот бат-плаг, он золотой. А это ходячая дверь. Детишки прыгали с вышки. Детишки прыгали с вышки. Прямо со скалы. Бабайка большая, он в лесу водит скакать. 11-й год. То есть она приехала и на следующий год? Тут что-то случилось. И мы не знаем, что случилось. Ладно. Шоколадно. Let us go. Let us go, let us go. Короче, надо вернуться к тотему. А та херня сгорела, прекрасно. Я знаю, как вернуться к тотему, это недалеко. А тетка такая, знаешь, типа взяла и свалила. Че она-то здесь делает?
Алло. Месседж. Как мне достать телефон? А вот и телефон. Элеонора. О, я добавила мой номер в твой телефон. А, это та самая тетка, да? Я надеюсь, ты типа не против. I don't mind. What the hell does the word privacy means anything to you? Nice name. То есть мы теперь даже... То есть она так с нами познакомилась, подкатила. С вышки, с винишки, да. Все, флиртанулись с какой-то непонятной лесной теткой, короче, поехали отсюда. Can I close it? Thank you. В детском лагере. Тотемы, да? Нормально вообще? Я думаю, нет. Окей, ладно. Ничего не понятно, ну ладно. Прикинь, короче, окажется, что это... Тетка, это наша дочка, просто она мотнулась во времени, или мы потерялись во времени, и типа тудым-сюдым, она помогает своему же отцу через себя, типа... Да что ж такое-то? Daniel? Hi, Eleonora. What's up? I've been looking around, and there are some things that just don't make sense. Well, like what? Like, exactly how long has Stella been missing? Only a couple of hours. Or maybe it's been days. It's hard to tell. Okay. Мужик потерялся сам, походу. When was the last time you talked to her? She called me here in the forest, but our call got cut off. That's why I went to the camp. Hmm. That doesn't seem possible. What? You don't believe me? Calm down. I'm just checking some facts. Anyway, talk to you later. Окей, видел, какая фотка у нее, да, была? Такая, типа, селфанулась такая, как модненько, так видом сверху. Такая, типа, вся клевая, замечательная, молодежная. Причесон у нее такой моднявый. Прическа клевая, кстати. На твою чем-то похожа, когда ты перекидываешь волосы на другую сторону. Ну, у тебя круче. Без сомнений. Без сомнений. Без сомнений, мучо. Ла-л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 а. Ладно, давай посерьезнее. Так, и чё, тотем? О, костер, привет. Грибочки. Чё я должен с грибочков-то готовить? Ух ты, там кто-то есть. Какое-то дитё бросает камни. Алло. Эй. Оставь мои вещи в покое, типа. Да я и не трогаю твои вещи. Ребятёнок, здравствуй. Who are you? Careful, you don't want to slip. Можешь соскользнуть, типа. That castle is pretty far away. I bet you can't throw it all the way there. Let me try. Why are you here? I'm looking for someone. Is she lost? She lost? Wait. Она потерялась? How do you know? I've seen you together. Oh, I see. Not Ellie. No, she's fine. I'm looking for my daughter. What does your daughter look like? Hell if I know. I've been here for so long, and with my head injury, I feel like I'm forgetting everything. Does she look like me? No, no. Stella's a lot older than you. That's a pretty name. I hope the beast didn't get her. What did you just say? There's a mean beast in this forest. Last time he almost caught me in the castle over there. But I left my doll there. Listen, girl. This forest isn't safe for you. You should run home at once. Would you bring my doll back for me? I told you to go. Her name is Rosie. If you do, I'll show you where the beast lives. Maybe you can find Stella there. Please? How could you possibly know that? I've been there lots of times. There are way too many strange things about this girl. Still, she might be my only connection to Stella. The journal did bring me here, after all. Guess I'll play along for now to find out more. You know what?
Let's go together, and you can show me where you lost your doll. I'll help you get her back. No, I'm too scared to go back. Okay, I'll check the castle alone. Where did you leave your doll? The castle's closed, but I have a secret way to get inside. Go this way until you find the red and blue marks. When you reach the crossing, follow the blue color. Next to the dogs. Oh, this is too hard. Bring me my pencil and paper. I'll draw it for you. Да, конечно. Сам ребенок не может вот это ему сходить, взять свое все собственное, да? О, замок и бабайка в окне, видишь? Какая-то вертуха. Воу, хороший рисунок. Хороший детский рисунок. I like it. Карандашики. Девочка очень странная. Не верь странной девочке. Я стараюсь, но у меня выбора нет. Персонаж все сам делает. I'll draw you the way. Follow my map, but watch out. The way there is kind of tricky. Sometimes even I get mixed up. When you reach the end, look for a secret tunnel. I always go through it to enter the castle. Do you go there often? No, not anymore. I'm scared of the beast. And where exactly should I look for your doll? In the castle. Логично. The castle was very high back then. All right, all done. Эта девочка и есть монстр. Просто заманивает мужика в замок. Leah. What? My name. What's yours? Oh, I'm Daniel. Please wait for me here, Leah. I'll be right back. Don't go anywhere else. Кто-то постоянно говорит на фоне. Что, нашего совсем кроет, да? Ну, тайгер. Костер, смотри, догорел. Прямо у нас на глазах. И потух тут же. Приперся на стрим и спит. Ну, тайгер, как всегда, тайгер. Got it. Thanks. Соборачиваемся, а ее нет. Нет, на месте. Спокойного сна, тайгер. Спокойного стрима, тайгер. О, в прошлый раз здесь было все закрыто. Кустами. Так, девочка сказала, иди по синим или голубым маркерам. According to Leah, I should follow the blue. Да блю. I'm blue, да блудли, да блудлай. Ла блудли, да блудлай, ла блудли, да блудлай. Не будем никуда сворачивать, будем просто идти. А? В смысле? Сонливо поднимает руку. И тебе того же. А как я должен пойти-то? В смысле? Ладно, сорвем цветочек пока. В чем проблема, да? А где синий маршрут-то? Вот он. Наверное, вот он. Там внизу бурная река, кстати говоря. Ну, честно, очень напоминает Итана Картера. Очень. А? Только вроде исчезновение Итана Картера шло вообще без тормозов, а это постоянно как-то так странно дергается. Непонятно. Неприятно. Опа, ничего себе, приперлись, смотри. Маршрут. Чё за дичь такая непонятная? Собаки, она говорила, да? Скульптуры in sandstone, в песочном камне. Окей, будем в курсе. Где они хоть?
Культуры эти. Где-то есть. Так, синий маршрут. Это куда-то... Куда? Там что такое? Ну, здесь тоже синий маршрут. Возвращать нас на тропу, что ли? Да, вот собаки. Блин, прикинь, собаки реально. They look like dogs. Да. They look like dogs. Okay. And where we need to go? Hello. Message. Ложза. Так. What do you mean? I'll get to you ASAP. Okay, I'll be waiting. I started to write another book. Daniel, are you there? Как мне... Я только игнорировать могу? А почему я не могу ответить? Алло? Where are you? Call me as soon as you can. Ладно, игнорируем. Или leave me alone. Yeah, just give me some time. Окей. Кто? Опять? But I don't have it. Get the fuck in there. Yeah? И ругается, ничего себе. Пошли вон, я дочку ищу. Правильно, правильно. Ничего больше не знаю. Так, мы пошли, почти дошли до замка. Это за знак? Водичка? Тут где-то руки можно помыть, слушай. Главное не заплутать. У птички. Конфетка. Так, у нас это есть. А где вода-то? Слушай, тут же знак был, что где-то вода есть. Ага. Ага. Ага, ага, ага. Да что ж такое, покоя не покоя. Hi, Daniel. How's your search going? Hey, I found the girl, and... You've already found her? No, not Stella. I'm talking about a little girl I met, who was sitting on the rock just below the chapel. Really? And had she seen Stella? I'm not sure. She seems shy, or maybe even secretive, as if she knows more than she'll say. I'm doing a small favor for her, and... Hopefully she'll open up to me. A favor? Shouldn't you find your daughter first? I just feel like it's important. If you say so. Anyway, catch you later. Stay safe. Okay, no problem. Stay safe, you too. О, нашлась водичка. Ля, красота какая, да? Наконец-то чистые руки, а то вечно в говне в каком-то. Наверняка есть ачивка в игре, типа, помойте руки во всех водоемах. Испачкайте своими грязными руками каждый водоем. А? Мы дошли до потайного тоннеля просто так, случайно? Отлично. Так. It looks like I could climb up here, but I need to get higher to reach the first hold. А здесь чего? Там написано «поднимись выше», но, блин, тут же можно еще и по низу побродить, походить, да? Мы, конечно, можем такой шанс упустить. Побродить по темным катакомбам, непонятным страшным, красная дверь. Куда же без красной двери? Так, тут завал, тут мы не пройдем, давай чекнем. Лия could easily get through here, but it's a dead end for me. There has to be another way in. Another way in. А чё он хотел наверх-то? Так, здесь не пройти, ладно. Да, взрослые как откормят себе задницу побольше, нигде пролезть не могут. Бедные детишки, вечно им приходится из-за взрослых... ...напрягаться. Need something. Давай возьмем где-нибудь need твой something. Пенёк какой-нибудь подставить, не? Не судьба?
Need something. Сейчас будем этот something еще ходить искать. Окей, окей. Может, этот something где-то рядом? Да не, вряд ли. О, кстати говоря. Get down. Отлично. Коробочка. Ты с тайничком. This might help me reach the climbing wall. Yes. А бинт мне не нужен, да? Не пригодится. What was that? Открылась красная дверь, товарищ. Свет заработал. Shit. It's here again. I can't risk. Father? Listen, not now. Father? I'm in. Father? Хорош. Девочка таким без этим безэмоциональным голосом говорила. Father? Father? А? Где я? It's here again. Fuck, fuck, fuck. It'll hear the cell. Better hide before it finds me. Maybe later. Maybe later. Maybe later. Looks like I got away from it. Time to get the hell out of here. Вовремя, да, он приперся. Давай, ты дотянешься, братан, давай, я верю в себя. Так, а куда дальше-то? Не? Давай ниже. Блин, что за херня? Как обратно? А, вон как, все. Давай, давай, чувак, ты сможешь. О, видишь, молодец какой. Все ты могешь. Давай, 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 давай. Ну что, все, сдулся? Не перехватишься, главное. Ладно. Типа ребус с лазанием по камням, я понял. Папаша-то у нее скалолаз. А, вон оно как. Ладно. Чё, я так-то не против? Я почему-то сегодня верил, что приду домой пораньше и успею даже еще этот браслет подключить к стриму, чтобы пульс показывался. Не, нихера я не успел. Я еле успел стрим-то запустить. Давай, climb, climb. Come on, bro. В смысле, ты не дотягиваешься? Вот же он. Ладно, хорошо. Хорошо, он ни до чего не дотягивается. Братан, ты чё? Хватит страдать. Видишь, все ты можешь, все хорошо. Все у тебя получается. О, мы у замка. Ничего себе.
Я знал, что здесь не просто так. Тут что-то могло быть. Отлично. Девочка вообще везде фантиков своих насовала. There's no way I could jump over that. Давай. Опа. Не, нельзя. Блин, я хотел прыгнуть. Так, а здесь что у нас? Слабая кладка. They're arranged to look like there's no way through. Крепкий мужик. Раз-раз и расхерачил. Молодец. Сейчас нас хозяин замка отхерачит. За то, что мы замок разваливаем. Замку и так хер знает сколько лет, он на ладан дышит. Еще тут ломаемся. Ни стыда, ни совести. Что за люди? Так, здесь нужно какой-то гаджет, как что-то применить, чтобы это сломать. Пойдем искать. Наверняка это будет какой-нибудь топор или типа. Yes. Must be my karma. Да, чувак, твоя карма. И, конечно же, мы нашли очередной молот, да. Very good. Твою мать! Нормально так полетел. Воу. Капец, мы попали, короче. Так, а нижнюю сломать можно там, где он сказал? Another blocked way. Не, нельзя. Ну и ладно. Вся эта мистика началась, у него туман появился какой-то. Опять мясо с ногами. Что ж такое-то? Incredible. They've been trying to fix this place for more than 20 years. I bet that in a different reality they'd have finished the repairs ages ago. Ages ago. Что здесь такое? Ключ? Let's hope that this is the key to the front gate. Maybe, maybe. Надо попробовать. Только надо эти гейты вот эти до них добраться еще. Ноги торчат эти. Привет. Так, здесь что у нас? То, что нам не нужно? Ладно. Maybe next time. Damn. The vertigo's back. Maybe the potion can help me again. The potion help me again. То есть я тут не пройду? This one could crack. А, она сломается. И полетим мы вниз. Хорошо. Так. Там что, птичка привязана к какой-то палке? Бедная птичка, надо будет ее спасти. Так, у меня же есть эта херня, да? Да? Где она? Dale's Pact. Что там надо выпить-то, чтобы отпустила... Purification. Calm Mind. Flower Sense. Inner Eye, Devil's Pact. Наверное, Calm Mind нужно выпить. Да, это оно. This totem or whatever it is makes my head spin. Давай птичку отпустим, чувак. Ну чё ты стоишь? Put it down. Блин, а птичку ты спас? Надеюсь, спас. That's just... Bullshit! I don't believe these things are causing my dizziness. А я типа мог здесь пойти упасть такой, да? Еее! Я должен был ее сломать. Так, а что, вниз можно сходить? А что здесь такое? Ух ты, ну-ка. Прогульнемся. Слушай, меня до хера куда эта шняга отведет? Да нам, скорее всего, сюда и надо идти.
А наверняка мы сейчас пройдем поверху по правильному пути, типа, там будет какая-нибудь закрытая дверь или что-нибудь типа того. Лопудовских. Yes? Пока непонятно. Да нет, вроде идем куда-то. Я тут типа не пройду? Я же выпил эту дичь. Отлично. Он просто провалился сквозь деревяшку. Но я же сейчас под действием этого покоительного, разве нет? Ладно, давай еще один сварим. Выпьем тут же. Devil's Eye, да? Eilish. You know, place the Eilish in water. Готово. Так, licorice root. Том перетертый, да? Да. Готово. Добавьте два свежих bachelor buttons. Button. Подожди. Нам нужны его листочки. И раз. И два. И теперь Gerbun's Root. А это оно? А, Henbun's. Это оно, Henbun. Crouch Gerbun's Root. Yes. Got him. Let's calm my mind. I need to go through this way. Игра такая, пошел нахер. Да. Короче, здесь никак не пройди. Пойдем вниз. Туда, куда я до этого ходил. Хотя, погодичка. Ну-ка. Не-не-не. Тут, оказывается, можно сбоку забраться. Сломать эту хрень. So, it's true. Yes. What the hell am I dealing with? Looks like I've just stepped into someone's playground. Это ужасно. Ужасная плейграунд, чувак. Сейчас кто-то будет со мной играть, я чувствую, да? Да давай отодвинем этот стол. Уверен, это можно проломить. Что я могу с этим сделать? Давай гвозди отковыряем, да? Да, можно. Музычка-то какая заиграла, да? Так, путь свободен. О, доска целая стала. Мне теперь, блин, интересно, что там внизу, кстати, в подвале. Давай еще раз спустимся. Отлично. Great. Привет, Джессу. Еще одна красная дверка. Так, здесь что? О-о-о-о! Блин, я хотел там еще погулять. Ну ладно. Куда я вообще пришел, да? Тут какие-то следы. Там следы, знаешь, какие? Вот его кто-то такими с длинными когтями тут лазил. Надеюсь, мы отсюда выберемся.
think. Как дела, Джессел? У меня новость для тебя. Саня уже в курсе? Перед тебе расскажу. Оглядывается и никого не видит. Где все? Кто все? Кто тебе нужен? Тебе меня недостаточно? Эх, Джесс. Я же не популярный стример. И вот ко мне никто не приходит. Хорошо, хоть ты пришел. Тайгер здесь, но он спит. Саня тоже здесь, но она лежит. Все приходят на мой стрим полежать, поспать. Воу. Looks cool. And creepy. Нормально, что случилось, какая новость. Ну, ничего страшного. По счетчику трех человек. Помимо меня. Ну, там точно есть Саня. Там точно есть Тайгер. Кто там? Может, ты третий? Ха! Можете мне полежать. О, птичка. Бедная птичка. Вообще она без проблем бы улетела. Тут не такие частые прутья. Ладно, новость. Помнишь, я тебе говорил, что я кидаю запрос на ключ для игры? Но игра кооперативная, и играть в нее надо вместе. Игра называется GTFO. Я зареквестил дополнительные ключи для тебя и для Сани. Так вот, мне прислали ключ для игры, и с ним прислали еще упаковку с тремя ключами дополнительно. Так что готовс. Птичку-то жалко, смотри, что сделали с птичкой. Птичку зарезали. Отвратительно, сволочи. Саня, уже писала до того, что скоро собака... Да? А я пропустил. А, я где-то через час с собакой пойду. Все, я пропустил. Я прозевал. Я плохой, да? Уже сходила, Саня, или только пойдешь скоро? Что это за хрень такая? Оно живое, это похоже как в амнезии, помните, там мясо нарастает на стенах. Отвратительно. Мы же не провалимся, то там эти ноги. О, коробочка. Hello. I should check out who lost back then. It could help me discover what's going on here. Так, что-нибудь еще можно здесь забрать? Здесь не пройдем. Хотя можно попробовать. Сначала я хочу взглянуть вот сюда. Вот. Ох, ничего себе. Пойду скоро. Ясно. Все равно пойдешь играть. Ха-ха-ха. У меня плохие ассоциации с GTFO. Ну, я почитал, там оптимизацию какую-то проводили. Очень неплохую. Так что не должно быть все плохо. Плюс, опять же, я предупреждал, все были согласны. Никто не был против. Так что все. Никаких отнекиваний. Что это такое? Я-то кровавая кепка. Походу, чувак здесь что-то делает с людьми. И то ли хранит их вещи в этих коробках. То ли он кладет туда их голову вместе с их вещами. Подвешивает. Слушай, у него был неплохой здесь склад. И, видимо, он все сожрал и решил начать жрать людей. Но главное, что у него есть свет здесь. Освещение. Плохие ассоциации с GTFO. Джессл. А что там плохого? Это все же хорошо. Игра веселая, разнообразная. Посмотрим сквозь. Алло. Там темно, но мы все равно откроем. А, я понял, куда попал. Мы обошли кругом. Давай теперь сюда сходим, куда я выйду. Куда-то наружу, под стену мы вышли из замка. Ч
Чё, думаешь, не пойдет оно у тебя, да? Надо будет, кстати, посмотреть на ютубе видео примерно с твоей конфигурацией и как она у людей работает, и что делают, чтобы она шла лучше, к примеру. Хотя ты можешь это сам сделать. Так, это сюда мы что, за фантиком типа пришли? Ну клево, пойдем обратно. Так, а где проход? А, вот он, господи. И чё, больше здесь никуда нельзя пройти? Это все? Ладно. Я-то думал. Ну ладно. Так, теперь надо подняться наверх и пойти в это странное непонятное место. Ну, в мешках 100 пудов отрубленные бошки висят. Сейчас начнется беготня, наверное, какая-нибудь. На твари и мрази. Воу, да они даже на стене растут, прикинь. Оу, здесь не пройти. Это тупик, если что. Ну, вроде нормально идет. Ты посмотрел, да? Блин, Джессел, ну, грех жаловаться. Ключ за 1200 рублей или за 1300, прикинь. Нормально же. Хороший подгон от настроймича. Не только ж ему, ну, мне донатить-то, я могу и вам как бы ништяков подсыпать, подогнать. Так, а как здесь пройти-то, что-то я не пойму. Погоди-ка. Что-то непонятно. А, не проскочить. Так, сейчас мы это все разгадаем. Как нам тут пройти? Может, какой-то из столбов сломать, чтобы он упал? Вот этот, например, да? Есть взаимодействие какое-нибудь с ним? Не, ничего нет. А может доску какую-нибудь спереть? Слушай. По-любому наверняка можно доску какую-нибудь спереть. Не, это было бы слишком круто. Хотя, может, ту внизу взять можно. Это что, он типа ударился? Главное, когда ломает доску, по которой пытался пройти, ему нормально. А когда просто спрыгивает, зная, что он спрыгивает, он повреждается. Так, стопэ, а как, подожди. Как пройти-то? Не понимать. Непонятно. Здесь везде тупики, да, не пройти. Чё? Что-то было? Нет, тут только цветочки, которые мне не нужны. Хорошо, давай вернемся обратно. Хотя, погоди. Это что, типа двигать можно стремянку эту? Да, ее можно двигать, слушай. А куда? Давай придумаем. Куда мы ее сейчас двинем? Вон туда. Так. Этот отдельный ребус будет сейчас ее передвинуть, потому что она громоздкая и не везде проходит. Я понял. Видосы видосами, но кто знает, как она именно у меня пойдет, потому что тоже тест Таркова на моей конфигурации был нормальный. И на деле у меня снова микро под фризинг. Так, это Тарков упоротый насмерть. Потому что он у меня на моем компе тоже работал чуть-чуть лучше, чем у тебя. Играть было невозможно. Постоянно дергание, какие-то микрофризы. Отвратительное занятие, этот Тарков. Блин, при том, ладно бы там было чему тормозить, так там просто игра
Потом ставишь на минималке, она идет так же, как на максималках, разницы никакой. И думаешь, какого хера? Так, а что, я сюда не могу придвинуть, типа? Ну, вряд ли он перепрыгнет, хотя можно попробовать. Ага. О, I'm dead. Help. Так, а может быть мы тогда ее. Ну вот, все, она двигается, че он? Не хочу, не буду такой. Job well done. Он когда лезет, он сдает звуки, похожие на 7 Days of Scars, когда они там прыгают, надрываются. Такие. Так, как, подожди, а куда мне? Притом непонятно, куда он ноги ставит. Ну, давай, давай, давай. Не расслабонься. Вот так надо сделать. Вот так, да. Все у нас получилось, отлично. Как-то так. Yep, we did it. Come on, you've got to be kidding me. Come on, you gotta be kidding me. Так, ладно, куда дальше? Давай-ка посмотрим. Я, кажется, понимаю, куда мне идти. Угу. Ну, хоть птичка отпускал бы. Ну, будем считать, что он спасает птичек. Саня енот. Хорошо. Так, туда мы не пройдем, да? Хорошо. Как-то эта доска выглядит не очень уверенно. Get down! Get down! Ну чё, Джосл, ты всё на дистанционке, да? Высыпаешься, небось? О-о-о! Вот это не заметил, да. Сейчас бы полетел. О-о-о, да что ж такое? Это все доски херовые. Нет. Нет, а почему нет? Не, не на дистанционке. А черт, а когда дистанционка? А, твою мать. Все ломается. Какая доска здесь не сломается? Это хорошо. Нет, а с чего это? С того это? С чего это ты не на дистанционке? Это тебя спросить надо. Тебя, Джесса. Чего это ты не на дистанционке?
Ну-ка, будь на дистанционке. А, твою мять. Шестнадцатого начнется и две недели продлится. Хорошо. Скоро, да? Сегодня у нас 11-е, правильно? Да, завтра. Завтра у нас 12-е, 13-е. Ну, скоро, скоро. Скоро прибалдеешь, да, Джесс? Лазаем по какому-то разваливающемуся замку. Вообще жуть какая-то. На что не пойдешь ради спасения и обнаружения дочки? Да? Это что за шипы такие? Так, а здесь ничего нет? Не, тут ничего нет. Вау, ладно, пойдем. Наверняка все, у кого есть боязнь высоты в этой игре, ощутили бы себя некомфортно. Хорошо, я этим не страдаю. Ну, убирай ее, давай. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Завтра четверг, да? Блин, у нашей сотрудницы сегодня такой облом был. Она такая ла-ла-ла-ла-ла. Завтра ведь пятница. Мы все таки поворачиваемся к ней. Завтра четверг. Она такая: нет. Помню, у меня такая дичь была. Я такой: о, типа, завтра пятница, так хорошо. Нет, завтра еще, типа, рабочий день. Я такой: what the fuck? After what I just went through, I'm not leaving without the doll. Я не вернусь без куклы? А, кукла, да. Воу, прекрасная кукла, без рук и ног. Looks harmless to me. Leah won't be happy if I give it to her like this. Хватит рассматривать голую куклу. О, мы декриптовали какую-то страницу, смотри. Ну а вообще спецэффекты, ты глянь, да? О, это Саня, смотри, это Саня. С мечом и щитом. Кого-то побили. Аж зуб вылетел. Саня вояка. Саня вояка. Хедшоты раздавак. Вояка Саня. Yes. Now you dead. Demonical heart. Here it is. It must be the one blocking my way out. Bitch. And another one. And now you dead. Goodbye. То есть до этого тыкал, больно не было. Когда третий раз ткнул, стало больно. Смерть. Так, хорошо, это все хорошо. Можно где-нибудь здесь спуститься? Отлично. Так, ну сюда нам, по идее, не надо. Хотя очень хотелось бы где-нибудь спуститься так по-быстренькому. А, то есть можно быстро спуститься. Это, кстати, хорошо придумали, что обратно не надо карабкаться. То есть персонаж типа сам быстро спускается. Раз, маленькая загрузочка, и уже обратно спустился. Так. Теперь мы здесь можем везде пройти. Это хорошо.
Но сзади там вряд ли разблокировано. Все-таки это говёное сердце отвечало именно за этот участок. Тут багули, короче, в воздухе висят эти клешни. И они забыли сюда мясо наложить этого демонического, из которого они растут. Жалко. Так-то в целом неплохо. О, фантик. Его надо забрать. Сладкоежка. Намусорила везде, где могла. Убирай за ней. Вообще бардак. Что за дочь вырастил? Не понимаю. То опять? Да боже, она тут везде насрала, да? Вообще везде. Так, и нахера я тут прошелся? А, моя не понимает, ладно. Get down. Так, и где мы, и чё мы, зачем мы? Типа где-то что-то мне мешало пройти, мы это убрали, теперь нам ничего не мешает пройти. Но я прохожу и в итоге делаю круг. Так куда нам надо? Слушай, может реально обратно надо идти? Реально, прикинь, обратно. Да, охереть, я думал, что эта херня не тут. Да, обратно, прикинь. С ума сойти, обалдеть можно. Message. Элеонора. Hey, Daniel, could you give me a call when you have a signal? Звонить. There's something I need to ask you. Фига, она ответила сразу. You told me that Stella might be at the camp. Well, I thought I could find proof of that, but then someone tried to burn me alive. The only thing I had a chance to grab was the diary. I know this sounds strange, but is it possible you were at the wrong camp? What do you mean? I'm not sure, but could there be a second camp out here? No. This is the only camp in the area. At least the only one I know of. Anyway, she's been there several times before. So it would make sense she'd go back there to hide. Hmm. That's strange. But just forget that I said anything. But you must have some reason for asking. Did you find something there? It's probably nothing. I'll talk to you later. Wait, I... Чё с текстом? Что с диалогами? Кимбер Кастл. Га себе. Какой он древний. Окей, доки. Где мы? Здесь мы. Кимбер Кастл. Where we need to go? Так, тотем и ленточка. Что это значит? Сюда. Ну, тотем, это значит, мне надо... Ага, вон ленточка, кстати говоря. Еще ленточка. Чтобы вернуться к тотему, иди по ленточкам. Ага, наверное, это имелось в виду.
Ведь у тотема нас ждет девчушка, которая попросила вернуть ей ее куклу. Что мы, наверное, сейчас сделаем. Но ленточки, получается, развешала не наша дочурка. Они просто здесь развешаны тоже как какой-то ориентир. Блин, а так подъем-то и не подумаешь, что здесь есть подъем. Ага, вот этот шорткат. Я не забыл про него. Не надо, чувак. Это ты забыл. Так, мы это можем сделать, да, без проблем. Режем. Так, а что можно с куклой сделать? Давай мы ее разрежем. Ну ладно, не хочешь, так не надо. Девочка психанет. Блин, а мне руки, ноги. Ты обещал мне куклу вернуть, а не огрызок. Давай еще ноги, руки. Так, а вон тотем. Тотем. Где сидела девочка? Дай-ка вспомнить. А, слушай, его костер снова. Так, девочка ушла. Теперь бабка. Where is that girl? Oh, great, it's the droning hat. But maybe she can help me find Leah, unless she ate her. Та самая бабулька, которая встретила нас, когда мы заезжали в лес. I'm looking for a little girl wearing a uniform, a red scarf. She was supposed to wait here for me. You didn't happen to see her? No, I haven't seen Stella. Her name is... What did you just say? I haven't said anything yet, young man. Why is she lying? I'm gonna push back. When I first got here, you chanted some weird rhyme about falling down, or is that just another thing you didn't say? Okay, whatever. Just tell me if you saw Leah, the girl I asked about before. I saw her many times, running around here, there, little precious bird caught in a cage. I haven't seen her today, at least not yet. It was a long way down, wasn't it? Stop lying to me, and just tell me what you know. What the hell is going on in this damn forest? Why are you shouting at me, young man? I'm sorry. I hear whispering and damn voices. My brain feels so messed up. You don't hear any voices, do you? I might be old, but you also think I'm deaf. One thing you can tell, they really are mad at you. Who are they? This forest is ancient, and it has a long memory. Once people knew how to listen and learn from it. Now you only hear yourself, your phones, and your own silly problems. You don't care about the land anymore, but it remembers you. I've been here many times in the past. I never heard these whispers before. Because you didn't want to hear them. You said you're looking for a girl, didn't you? Do you have anything closely connected to her? I have her doll, which I was supposed to bring back. That won't do. She didn't give it to you. I am also looking for my daughter. That must be the reason why I came here. Years ago, she gave me this amulet as a present. Ah, that's all you need. Now listen to what the voices have to say. It's just gibberish. It makes no sense. You are hopeless. Maybe you just need to clear your mind. There's an old recipe that can help. It's called True Sight. Cook crushed mandrake root, then throw in two whole psilocybin mushrooms. Crush two leaves of nightshade and add them to the mix. Finally, add single crushed devil's trumpet root. Drink a cup of this potion, and you will see where the land holds a memory. Oh, shit. She's a total nutcase, a witch, or both. How can I believe any... I don't think that you have any choice. If you want to find who you seek. Now, leave me alone, young man. I need to rest. Just come back when you manage to make the potion. I want to see if you survive drinking it. Короче, там рецепт с напитком. Короче, с
Пси эти, короче, какие-то там грибы. Психодельные грибы. Трусы. Мандрейк рут. Готово. Бросьте туда еще два грибочка. И раз. И два. Их вообще не готовят, их просто забрасывают. Растолщите и добавьте два хербан ливс. Два листочка хербановских. И раз. Два. И финально добавьте растолченный Devil's Trumpet Root. Гарам. Агарам. Я пришел, бабуль. О боже. Бабульку-то можно было сделать модельку потверже, а то у нее там он язык болтается. Ну это хорошо, что там во рту у нее что-то есть, а не пустота. Бабуля, проснись. Ты внутри пустая. У тебя внутри ничего нет, бабуля. Пуговица есть. Горю. Короче, видимо, надо выпить эту дичь. И бабка скажет, чё как. Very good. Я вернулся, бабуль. This all happened the second time I was there. Five? No, it must have been 4 years ago. That voice. That's some crazy shit. I recognize it. And there was a fire? You bet. And the worst part was that for years I thought it was my fault. You were only what? 9 years old? And where was he when this happened? Yeah, I don't know. He never told me. It didn't end well. Stella? Что-то жуть какая-то. Дуэль? Рисование? Нарисовать дуэль? Ты уверен, Тайгер? Бабуля, я вернулся. Бабуля не хочет. Куда-то меня все это ведет. Ладно, сейчас тогда я сохранюсь. 10 минут еще покатаем, Тайгер, ладно? И потом я полчасика порисую дуэль. А ты пока думай, какую дуэль рисовать. Он сам себя перебивает. Наркоман долбанный. Психодельный грибов долбанул, теперь ходит, читает какие-то записи. And they ran away when the fire started? Yeah. I tried to put it out using an old kitchen pot, which was completely stupid. Чем еще в лесу заниматься? Then he came back. Ну да. Saved the camp from the worst of the fire. Did you ever tell him what really happened? He never listened to me. Later the kids told him I started the fire. А, ты про это, про поинты? Ну, а какие идеи есть, куда тратить? Есть какие-то мысли? Что придумать? Короче, тут разветвление какое-то. Синие следы. Зеленые следы. Пойдем сюда, по зеленым следам. А что там на полтиннике? Фильм, да? Кино? We had to leave the next day. He was so angry that he completely stopped talking to me. Did you ever get a chance to tell him? Дуэль магов. No. And I don't care. He never explained why he wasn't there either. The only thing he really cares about is himself. Shit.
This makes me angry. Let it go. It was a long time ago. I'm glad I met you. That's all that matters now. Тагер, а ты в Телеграме есть у меня на канале? Там точно есть, да? А как это? Надо же завести тогда Телеграм, Тайгер. Как это ты без Телеграма-то, а? Как так-то? Как ты узнаешь, когда стримы начинаются? Чтобы на них прийти поспать. Не, ну как так-то, Тайгер? Ну что это такое? Телеграм должен быть... Дискорд. Просто я там пишу, будет стрим, не будет, или... типа того, если у меня какие-то проблемы, или я там не успеваю, или хочу отложить стрим, перенести, я там все пишу обычно. А чё ты Телеграм-то не поставишь? Это ж такое... лайтовое приложение. На рабочий стол, на телефон тот же. Везде можно воткнуть его. What's wrong? Can we wait here for a while? You're so pale. Maybe we should go back. It's nothing. Let's sit down on this rock. I'll be fine in a minute. Let's go. Are you sure you don't want to go back? I'm fine. Let's race down the hill. The last one to the ridge is a rotten egg. Wait! Telegram? Это же это дело принудительно-добровольное. Не хочу. Ну, принудительно-добровольное, Тайгер. Ну как же так-то? Ладно. Просто я завтра не знаю, буду или я... Если я, например, на завтра перенесу рисование дуэли магов, то раз ты заказал, желательно твое присутствие, чтобы ты мог меня корректировать, пока я буду творить. Вот. Но я не знаю, буду ли я завтра или не буду стримить. У меня каждый день так. То есть я не до конца не уверен. Что за херня? Кто-то убился, короче, кровью море натекло. Вот. И я напишу в Телеграме, будет стрим или не будет, понимаешь? Причем смогу, часов 6-7. Но я вот, короче, сегодня пришел. Думал, я сегодня в 6 запущусь прям ровно. Так и вышло. Но это прям минута в минуту. Я зашел, еле успел раздеться, не похавав ничего, сразу сюда. Неудобно. Маленько я не успеваю, поэтому стрим я буду стартовать в 18:15, скорее всего. 15 минут 7. Я думаю, это хорошее время. И я успею спокойно дойти, раздеться, переодеться, взять булочку, там что-нибудь похавать, кофе. И 100% я запущусь вовремя, как бы. Обещанное время. Как бы. Вот. Что я хотел еще добавить? Черт меня знает. Или просто когда-нибудь. В общем, я завтра постараюсь. И... как бы это выразить? Ну и сразу с рисования начнем. Да. Я, если будут какие-то изменения, тогда завтра в Дискорде в группу, ну, в этот, в канал напишу, если вдруг, специально для тебя, хорошо? Стараюсь не забыть. Я ВК не люблю. Не люблю ВК. Он какой-то никакой. Отвратительная херня. Этот ВКонтакте. Я там давно уже ничего не пишу, не пощу. Что такое здесь? О, грибы. Потому что кому-то в ВК удобно, кому-то в Телеграме удобно, кому-то в Дискорде. Маленько устаешь везде, повсюду, для каждого отдельно писать эти объявы какие-то. Seems to me that the potion led me here on purpose. Lia must be linked to all this. But how? Я хотел бы найти место, где было бы удобно собрать всех, и всем было удобно этим пользоваться. Неужели ВК все-таки единственная херня, в которой всем прям удобно?
которая всем подходит. I love how rivers flow so fast. I sometimes think, what would happen if I just jumped in? Where would this one take me? You would drown. Do you think it goes all the way to the sea? I've never been to the sea. One day I'm gonna take you. Damn, the memories faded away. Не буду читать этот дневник. Ну вот черт. Следы. Теперь я должен сам следы искать, что ли? Окей, ладно. Птичка. Бабулька что-то про птичку говорила, да? А следы как раз сюда и ведут, кстати говоря. Мы на верном пути. Просто если я сейчас начну рисовать, мне придется к 8 успеть закончить, а я не факт, что успею, поэтому не хочу торопиться, либо не дорисовывать, хочу качественно к этому подойти. Поэтому, наверное, на следующий стримяк. Заодно подумаю, как рисовать. Дуэль магов. Я чувствую, я нарисую Гарри Поттера и этого... Волан-де-Морта. Дуэль магов. Там, где они в конце дерутся. How are you holding up? I feel like giving up on this ordeal. Still nothing. I'm getting desperate. Я чувствую, что сдаюсь. Или еще ничего. Desperate. Что такое desperate? Hang there, Dan. I might be onto something. I'll call you soon. Alrighty. Okay. Так, вот я когда шел, кстати, сразу посмотрел на этот камень и подумал, блин, он стрёмно стоит. Как будто должен упасть. Этот, на хребет похоже, фу. Смотри, вот тут подперли палочками, чтобы не падал. Нет, нам это не нужно. Ладно, что у нас здесь? Нет, это не девочка, это кукла. А это что? Лиса. Ладно. Так, куда ведут следы? Направо, хорошо. Туда ведет улыбающаяся девочка, да? Пойдем сюда. Hello. Hey, Dan. Yeah. Anything new in your end? Yeah, I found that doll for Leah. Who's Leah? The little girl I told you about. Спать? Ну давай. Приятных сновидений. How so? Well, she forced me to go to this place. It seemed to be connected to my past. I just can't remember how. So I brought her the doll, and then she ran off and vanished. Well, maybe she just went home. With all the dark stories about these woods, little girls are not usually allowed to be here alone. I don't think she has an actual home. Well, anyway, I called you because I need to know something. Sure. What is it? Was there someone called Alexander at one of your camps? Well, over the years, there were a lot of kids. No, I don't mean any kid. He would be someone special to you, or Stella, maybe to both of you. Now that I think about it, the name seems familiar, but I'm damned if I can remember why. Come on, try to remember. Damn it. I feel like my memory's going to hell. I should remember all these things. Okay, so if you manage to remember anything, let me know. It could be very important. Will do. Okay. And how are you holding up? I feel guilty that you're spending so much time helping me. I'll be gone when I need to. Anyway, this is very intriguing. Thank you, Elle. You have no idea how much I appreciate this. Don't worry about it. There is something in it for me as well. Фух, наконец-то она договорила. Я уже устал ходить пешком. О, это можно забрать. Отлично.
О, помыть здесь руки можно? Тут задолбался грязными руками ходить. Отлично. Мойте руки, это очень важно. Следите за чистотой. За личной гигиеной всегда следить. Особенно сейчас. Во время этой страшной заразы. Коронавяки. О, нам это пригодится. Так, а сюда что, можно вскарабкаться? Ну, как будто бы можно, но не нужно, да? Ладно. Не, ну игру красивую, конечно, сделали. Прямо она такая живописная. Йоу, нихера себе деревце. Нормально. Ктиборск оук. Это дуб. Ктиборский дуб. Жижа черная капает. Ой, фу, а что это там такое наверху? Там что, олень опять какой-то? Убитый, задушенный. Так. And here's our little refugee. А, вот она где попалась. А ты что тут делаешь? Is this how you keep your promise? I'm running around, doing you favors, like a complete idiot. And you can't even wait for me a few damn minutes in a safe place. You know what? Keep your stupid dog. I'm done with you. Ребенок плачет. Yeah, please, come back. I'm sorry I yelled at you. I was just so afraid the beast got you. Oh, shit. I have to catch her before she gets hurt. Ну погнали, блин. Сначала наорет, потом догоняет. Ну, дури, нет. Чувак, это же ребенок. Лия, wait! Лемеляу! И теперь какой-то мужик гоняется за ребенком по лесу. Замечательно. История маньяка. Slow down. Я типа старый пень, не могу тебя догнать. Тормози. По кругу пробежалась. Where did she disappear to? Мужик, ты не попрыгун, нифига. Воу, не падаем. Нет! Ноу! Да вроде его влево понесло, чуть вправо взял, и он полетел. Непонятно. Ладно, ладно. Там вроде сохранялка была прямо рядом. Да. Just don't fall down, mind. Don't fall down. Very good. Короче, девочка-монстр, она сейчас заманит нас и потом сожрет нахрен. Да, вон заманила уже. Непонятно, стрёмное место. А? Опять? Опять непонятное свечение. Все изменилось. What the heck? Опять всякая дичь будет происходить, как всегда. Только все хорошо стало, ну блин. Ага, до той херни надо бы добраться. Clearing. Зашибись, вот это кайф, я об этом мечтал, ну да, угу. Ой, блин. А, ну теперь help, ну да.
Бабулька, смотри. Да, это все бабка устроила, 100%. Ничего себе, смотри, что творит. Ноу! Бабульку захавали. Печалька. Maybe she actually came to help Leah. А? Что происходит? Ну, погнали. Попробуем. Одну девочку спасали. Теперь вторую надо спасать. Потом еще... Четвертая, пятая, шестая появится, тоже надо будет спасать. Там где-то бабка стонет, надо бабку спасти еще. Еще и бабку спасать, да что ж такое-то? Куда они ее захавали-то? Так, ладно, что тут бабка оставила? Какой-то тотем. Давай-ка мы его заберем. She was able to keep those things at bay with this. You have acquired the stasis totem. From now on you can put unsuspecting enemies on something. Sometimes even the involvement in the temporal stasis. Зажмите space, тотем начнет заряжаться. Типа, чем дольше он сильнее зарядится, тем дольше стазис будет. Отпустите space, типа, и тотем будет установлен. Вы можете сколько угодно его использовать. Yeah. You can use the totem as much as you like, but beware of overcharging it. А, типа, если его перезарядить, вы можете потерять все заряды. Типа, не всех врагов может тормозить, я понял. Те, которые на стенах сидят, на них не работает, что ли? Нет, она вон камни может подрывать, эта хрень. Так, теперь мы его заберем или не заберем? Я бабку спасу или нет? Видимо, нет. А, я понял. Это бабка, что ли? Слушай, это походу бабка тут примотанная. В грязи, в каком-то в говне. Так, пойдем тогда девочку спасать. Если успеем. Ой, я тут пройду, кстати, если тотем врублю. Наверное, нет. Че, не получилось? Почему? Он что-то не может его здесь воткнуть. Ладно, не может, не может. Что я могу сделать с ним, да? Ah!
хорошо, можно пройти. Так, надо выпить Potion, чтобы они меня маленько не замечали. Как он там называется? Devil's Pact. И будем ползать. I understand you want to get out. Что он делает? Он жжет деревья. This is bad. Leah's trapped, and they're trying to burn the whole place. I've got to save her. Ты в стазисе, чувак. Ты в стазисе. Да хелпану сейчас тебе, погоди. Сейчас все будет. О, опять? Мы скоро каким-то магом станем, я чувствую. Так, и куда я попал? Так, где-то сердце, вон оно наверху. Мне надо добраться. Ну, вроде близко. Тут нельзя. О, фантик. Так, ну все, мы около сердца. Сейчас это говно выключаем, спасаем девочку и валим отсюда. Правильно? Правильно. Типа ее сожгут. Ну вперед. Ой, экшон, экшон начался. Спасли. Отлично. And we always came here. We would stand on that little wooden bridge over there to watch the brook. Stella loved that. Having a dad like you? Why did she run away? I don't know. The longer I'm here, the more distant everything feels. As if those days happened so long ago, I can't remember them. Don't say that. We have to find Stella. After what happened to you, the only place you're going to run is your home. Don't worry. My home won't run anywhere. I promise to show you where the beast lives. Чужого ребенка лапает вообще. I am too. I lost something special in there.
So you can come with me or stay here all by yourself. Come on, follow me. Wait, don't run away from me again. Ну ладно, пойдем за девочкой сходим. Нашла самца? Хорошая песня. Нашла самца, нашла. Яблучка, окей. Типа она привела нас в свой дом. Don't tell me I have to go inside again. Why? Are you scared? The only thing I'm really scared of are spiders. But spiders are nice. My grandma always told me that they help us by catching flies and mosquitoes. Yeah, and hunting deer. Something happened to me when I was little. Ever since, I could never stand them. Do you think we'll find Stella inside? I don't really think so. I've been there twice already, and even if it looked like she might be there, there was no sign of her. Maybe you didn't look deep enough. Look, this is where I go in. Wait, I can't squeeze through here. So take the front door and meet me inside. No, don't go alone. It's da- Damn, she's gone. Какого хера? Девочка здесь живет? Что? Это вообще нормально? Это ненормально. В смысле она здесь живет? Дичь какая-то. Да, явно какая-то странная девочка. Очень странная. Причем так чисто одетая. Фиг ее поймет. Так, ладно. Вот этого я, кстати, тут не помню. Ладно, я думаю, мы сейчас зайдем внутрь здания. Игра сохранится, и, наверное, здесь мы на сегодня тормознем. Как front door, окей. Chapter 5. Лия. Лея. Бульк. Да, игра сохранилась, и здесь мы все. Не так много прошел я сегодня, как хотел. Но думаю, мы стали ближе к завершению этой игры. Игра неплохая, но, честно, мне уже поднадоело. Такие игры должны быть, короче, чуть покороче. Ладно, спасибо всем, кто заходил. Надеюсь, вы выспались на моем стриме. Приходите завтра снова. Думаю, завтра мы продолжим. Ведь я не знаю, что завтра будет. Если что, я, как всегда, напишу. Всем спасибо. Всем пока.